Ну что, друзья, всем привет! Сегодня поговорим о фарах. Приобрел я себе фары АТВ Групп. White 45. И вообще, в целом, хочу сказать, что я уже использовал эти фары на Kawasaki Bradford 750. Мне очень понравилось, как они светят. И вот спустя время, когда я продал свой квадроцикл Kawasaki, решил приобрести снова эти фары, поскольку я ими остался доволен. Почему? Потому что соотношение цена и качество излучаемого света меня вполне устраивает. Кому-то может отдать предпочтение Риджиту, кто-то еще другому производителю. Я вот отдаю предпочтение АТВ Групп. Итак, погнали. Что у нас там внутри есть? Есть замечательные такие два постера, в которых указано, что защита стандарта IP68, 10-этапная проверка света, то есть гарантия 2 года. Ну и также фактически тут ссылки на разные соцсети и так далее. Так, откладываем в сторонку. Обыкновенная коробка. В прошлый раз у меня была коробка чуть подороже. Такая сине-серая с надписью «Золотистая АТВ Групп». Ну, в этот раз она мне чуть попроще. Все. Но опять-таки, нас не интересует коробка, нас интересует сам товар. Тут мне положили наклеечку побольше. Я попросил, а так в стандарте было, по-моему, одна или две наклеечки АТВ Групп. Так что будут красоваться на квадрике. Мне очень нравится, как они сделаны. Симпатичные. Что у нас тут дальше? Пролончик был. Вот, собственно, сами фары. Давайте поговорим теперь о комплекте. Что из себя комплект представляет? Неплохо упаковали. Мне нравится. Смотрите-ка, есть шестигранник, болты, гайки, маленькие всякие шестигранники. Куча-куча всяких фигулек в сторону их. Сами наши элементы, куда они должны крепиться. Это скобы. Вот такие. То есть подвижно у нас здесь закрепляется. И дальше мы регулируем угол. Атаки, как некоторые их его называют. Погнали дальше. Ставим саму фару. В целом они фактически упакованы вот в такую ударно защищенную пленку, упаковку. И выглядят они вот таким вот образом. Так. Так. Примерно как-то так, наверное, будет выглядеть это. Я еще пока не подумал, как это буду крепить. Пока не подумал. В целом они выглядят вот таким вот образом. Такая качественный такой логотипчик, мне нравится. В целом у нас получается по 3 диода в линию. Здесь 3 диода в линию. И, соответственно, у нас боковой засвет. Боковой засвет мне очень нравится, как он работает. Вот такой вот вид снизу. Вид сзади. Соответственно, вид сбоку. Ну и вид с другого боку. Также посмотрим, как они у нас собраны, проклеены. Ну, в целом, все очень неплохо. Примерно как-то так. Давайте возьмем вторую фару, посмотрим, как вторая у нас. Таких щелей я явных не вижу. Покраска очень такая на вид вполне качественная. То есть изготовление. То есть вот такие вот эти ребра охлаждения тоже достаточно такие массивные, как я вижу. И очень большие. Опять-таки скажу, я добавлю, наверное, все-таки к этому видео. Я не эксперт, я лишь только человек, который так называемый юзер, как и вы, пользуется. И стараюсь выбрать для себя хороший товар за оптимально приемлемую цену.
В целом могу порекомендовать эти фары. Я говорю, я уже их использовал, они мне очень нравятся. Вот такие разъемные фишки здесь. И они так, получается, единое целое вставляется сюда. Но я буду, скорее всего, использовать вот так, обрезать их, поскольку мне не нужно, буду цеплять к стандартному переключателю света, поскольку для меня это гораздо удобнее, когда ты включаешь переключателем дальнего и ближнего света, все у тебя под левой рукой находится очень удобно как раз. То есть, когда едешь на доп, выезжаешь, ты переключаешь на ближний свет фар, который отключаешь все балки свои, и когда ты уже въезжаешь в темную лесополосу, то включаешь уже все фары, и это комфортно. Ну, по крайней мере, мне. Далее уже смотрите сами, как вам удобнее, так и цепляйте. Также производитель этих фар, поставщик, производитель, как угодно, предложил мне воспользоваться специальным комплектом для подключения, который идет уже фактически так называемый plug and play. Возможно, это было рациональное решение, правильно, но я посчитал, что мне это не нужно, поскольку я все равно буду обрезать и спаивать контакты уже со стандартной проводкой. Ребят, ну в целом вот такой вот обзор, краткий, может быть, кому-то будет интересно. Впоследствии я их буду крепить. Надо подумать, как их закрепить, поскольку мест вроде бы и много, и вроде бы немного, как можно это закрепить. Я подумаю, подприкину. Есть у меня пару идей. Одна из идей была у меня это воспользоваться простым уголком металлическим. Я его обрезал и сделал вот таких вот несколько уголков. В целом нам нужно будет два. И надо будет подумать, как их можно вообще закрепить и во сколько это вообще у меня получится. Ну, примерно так, ребята. Друзья, собственно говоря, хотел показать вам, как я решил все-таки установить эти фары. У меня установлена была длинная балка. Она у меня закреплена вот здесь. Я очень долго думал мучительно, куда поставить эти фары, и решил поставить их на треугольник. Хочу рассказать о том, какие есть моменты. Вот эти фары можно устанавливать двумя типами. Чуть выше и чуть ниже. Для этого нужно скобу переворачивать так и вот так. Я, соответственно, сделал их пониже, чтобы они выглядели достаточно эстетически, назовем так. Ну, вот так это будет выглядеть. Но при этом вы должны понимать, что у них угол, так называемой атаки, он будет весьма небольшой. То есть, вот как-то примерно вот так это будет. В целом, если смотреть, то это направлено больше на дорогу, поэтому вот то, что нужно, я бы сказал. Ну, а дальше уже назовем проверка боем, будет понятно. Если мне не понравится, как они светят в этом положении, я их перевешу куда-нибудь в другое место. Но в целом, вот такой момент. Вот эти провода я буду заводить под корпус, вот сюда. И далее все это буду цеплять уже непосредственно к проводам на дальний свет. Они у меня уже здесь есть. Они у меня вот здесь выведены. Вот так вот все это дело запитаю сюда. Такой принцип работы у меня уже был на Кавасаки. Это отработало достаточно долго, долгий период времени. У меня не так сколько. Ну, почти полтора года у меня отработал в таком моменте. И до сих пор еще работает у Саши. Так, в целом, вот, ребят, какой момент. Хочу сказать, что фары крепятся очень легко и просто, нет никаких проблем. У меня были сделаны вот тут отверстия от старой фары, которые я заменил. И я, в принципе, на эти же болты, которые в комплекте шли, посадил их. Значит, я сделал болтом снизу и закрутил. Опять-таки, хочу сказать большой плюс, что мне понравилось. Вот эти крепежи, скобы, так называемые, которые вы видели, вставляясь туда, там прям гаечку туда роняете и прям закручиваете сбоку. Это настолько удобно, на самом деле, меня удивило, что удобно. Обычно приходится корячиться, как-то помудрить. То здесь прям вообще проблем никаких не вызвало. Скобы, которые... Уголки, которые я нарезал, я пока их не использовал, решил как-то вот так поставить. Следующий кадр я покажу, как это уже будет готовый вариант. Вот и готовый вариант. Установил я фары. То есть, получается, провода все завел вот сюда. Дальше посмотрим, как это будет выглядеть. Как это будет светить. Всегда их можно будет подразвернуть. Единственное, что мне только не нравится вот в этом плане, это то, что мне кажется, что они будут вибрировать. Ну, это в процессе эксплуатации будет понятно. Но в целом, вот такая вот картина получилась. Вот
как-то так, и они не слишком высоко, и в то же время их угол достаточно хорошо направлен. Ну, дальше будет видно, посмотрим. Ребята, всем пока, пользуйтесь.